Вот большинство людей считают, что аптека, ну, это гарантия, гарантия того, в кавычках, конечно же, гарантия, что они будут здоровыми. Но это все иллюзия, друзья, на самом деле, потому что ни одна аптека, ну, вы же понимаете, это фарминдустрия, и фарме просто-напросто невыгодно, чтобы мы были здоровыми, понимаете? Ну, невыгодно это, ну, хватит себя уже там тешить какими-то там ожиданиями, надеждами о том, что ты пойдешь в аптеку, купишь какую-то таблеточку и хоп, ты здоров. Ну нет, конечно. И вот я вам хочу сказать, что аптеки это те же самые торговые точки, понимаете? И провизору все равно, какую таблетку или сироп продать. И никто не позвонит вам и не спросит, а стало ли вам лучше? Нет? Тогда предложат другую таблеточку или другой сиропчик, раз эти не помогают. А ведь часто таблетки не помогают. И никто в аптеке не ругается, потому что понимают, что провизор – это просто продавец. Он не делает эти таблетки. И вот в нашей стране в аптеках продается огромное количество БАДов. И результатов от них ноль. Они не помогают.